Есть ли пределы совершенства? Компания «Автопункт» вместе с концерном BMW сдвигает в очередной раз эти границы и представляет вам абсолютно новую модель BMW 7 серии. Мы специально организовали вам индивидуальную презентацию. Ну так, чтобы вы никуда не ездили, а сидели дома у экранов своего телевизора и смотрели, что это за машина. Эта машина действительно верх совершенства. Конечно, это было круто. Я честно всегда мечтал о семерке. Но купил 600-го Мерина. Конечно, семерка — это не просто совершенство, это совершенное управление. То есть ведь недаром Мерса считает эталоном для пассажиров. Но для управления это семерка. И это удивительное управление, и это естественно для водителя. Огромный салон, то, что нужно. Отличные движки, я бы взял V12, это пипец какое удовольствие. Кто-то мечтает о спорте, а я мечтал о скорости и комфорте. По сути, разницы-то нет. Оптимумом для меня все-таки семерка образца 91-97. Ну а внутри это круче. Единственный вариант — машины из космоса, но и она получила результат. Ее тоже любить надо и не выбрасывать. Такие чудеса — вот это удовольствие. Ну и в очередной раз BMW утерла нос своим конкурентам. Тем, кто сейчас страдает от невостребованности авто. Автомобили BMW были и остаются востребованными всегда. Потому что технологии, которые сюда внедряются, тот уровень комфорта, он просто призывает сесть за руль. А сев за руль BMW 7 серии, вы понимаете, что это идеал. Идеал, ну, лично для меня, человека немаленьких размеров, который любит ездить, любит чувствовать себя комфортно и любит знать, что под капотом здесь 407 лошадиных сил. И вот я уже в кресле пилота. Да, в автомобилях BMW действительно хочется сидеть за рулем именно. Потому что это драйверские машины. Драйверские машины, которые позволяют ездить как никто другой. Что я здесь не вижу? Ну, во-первых, я здесь не вижу ключа зажигания. Да зачем это надо? Все комфортно и удобно. Я могу просто нажать кнопочку «Старт». И все. Машина уже меня видит. Потому что у меня в кармане находится ключ доступа. То есть, если меня не будет, машина дальше никуда не поедет. Это к вопросу о безопасности. А теперь к идеальности. К идеальности подхода внутреннего комфортного пространства. То, что здесь совмещено, понимаешь, только после нажатия клавиши «Start» Stop Engine. Я не знаю как, но комбинация панелей приборов — это аналоговые, электронные, но и обычные лампочные указатели. Причем по качеству табло я скажу, что фору дается любому дисплею. Теперь дальше система iDrive. Мы уже не понимаем и не представляем себе BMW 7 серии без системы iDrive. Потому что она максимально комфортна. Это и GPS-навигация, это и информация о вашем автомобиле. Это и услуги от BMW. Пожалуйста, выбираем. Можно позвонить в аварийную службу, в горячую линию или просто на СТО. Сегодня система iDrive стала гораздо более комфортной, и она не вызывает вообще никаких нареканий. Допустим, ну давайте посмотрим. Здесь инсталлировано даже краткое руководство по автомобилю. Что, где и как. Больше ничего делать не надо. Есть еще и фотопоиск. Вот, пожалуйста. Давайте посмотрим, что у нас за фары. Так вот, здесь стоят ксеноновые фары. Из-за большого срока службы ламп возможность выхода из строя очень мала. Частое включение сокращает срок службы. Ну, понимаете, да? Что-то очень совсем круто. Осталось только научить автомобиль говорить. Ну что ж, по-моему, я очень комфортно смотрюсь в этом автомобиле. И даже двери здесь не надо захлопывать. Умное авто. Дверь притягивается автоматически. И это есть система контроля за комфортом. Когда мы сидим за рулем BMW, когда мы сидим в салоне BMW, когда мы передвигаем сервомоторами
кресла. Абсолютная тишина. Вот это продуманность. Да, в Мюнхене делают просто великолепные машины. Что под моей рукой? Под моей рукой, вот я сейчас настроился. Вы знаете, очень похоже на сегментальную коробку передач. Я думал, концерн BMW сделал все, чтобы вы могли поварить по-серьезному. Вы можете также настроить и подвеску этого автомобиля. Все это делается буквально под вашей рукой. Я всегда знал, что BMW создан для водителя. А теперь поговорим, как BMW заботится о пассажире. Конечно же, автомобиль представительского класса создан, ну, не только для того, кто хозяин по жизни. Хотя, кто хозяин по жизни? В Америке на семерках ездят адвокаты, бизнесмены. Ну, очень популярная машина BMW среди пенсионеров. Потому что это большая машина. И вот мы сидим здесь. И даже в том положении, в котором находился водитель, ну, то есть я, человек не маленький, здесь можно раскинуться, здесь можно убрать вот эти шторки, а можно их просто закрыть, ну, чтобы там пресса вас не смущала. Тонировать машину абсолютно не обязательно. Замечательная качественная кожа, вентилируемые сиденья. Что еще надо? Персональный DVD-центр? Ну, это есть и опционно. Зато как здесь сидится? Да не просто удовольствие, это просто кайф какой-то. А что касается безопасности, ну, машины BMW всегда были безопасными. Здесь количество подушек я не буду перечислять, потому что это все-таки коммерческая презентация, а не технический рассказ о наворотах от фирмы BMW. Ну и раз мы хозяева по жизни, а именно такие люди выбирают BMW, мы поговорим о материалах нашего стиля жизни. Это великолепная кожа и анатомические сиденья. Не в том смысле, что это спортивное сиденье, которое вас придерживает. Здесь такого нет. Здесь вы просто себя комфортно чувствуете. И вы не ерзаете по салону. Плюс здесь система автоматического кондиционирования. Двухзонная, задняя. Ну и раз мы отправляемся в путешествие, у нас есть водитель, мы можем и побалдеть. Еще очень классно и качественно сработано. Подлокотничек, где лежит наши виски. Ну и, разумеется, подстаканничек, куда мы поставим наши бокалы. И все. В другой версии, самой навороченной, здесь есть еще и вентилируемые задние сиденья с возможностью, ну, получить расслабляющий массаж. Ведь на автомобилях BMW помалу не ездит. Это прекрасные ходоки на 400, 500, да и на 1000 километров. Так есть ли предел совершенству? Наверное, он есть. Но с каждым годом автомобили BMW совершенствуются и становятся все лучше и лучше. И при этом нет той самой гонки. Каждый год новая модель. Такого не надо делать, когда вы можете сконструировать и подать зрителю такую семерку. Ну, давайте уже с точки зрения обывателя заглянем в багажник. Ничего нажимать не надо. Все работает автоматически. Сейчас немножко прикрою в очередной раз кнопочкой. И вот камера заднего вида. Ну, скажите, просто великолепно продумано. Что мы видим в багажнике? Ну, у седьмой серии должен быть багажник седьмой серии. И он здесь точно такой же. Пожалуйста, ваша книжка сервисная. Даже здесь специальный магнит фиксирует. Немного места под бардачки. И самое главное, что мы здесь не увидим. Мы здесь не увидим запаски, нет домкрата, нету ключа для того, чтобы вы открутили колеса вашего автомобиля. Почему? Потому что здесь установлены 20-дюймовые диски с резиной Runflat. Помнится, как-то Джеймс Бонд выбирал для своего путешествия, по-моему, тоже по Мюнхену, BMW 7 серии. И как-то в погоне, уходя от преследователей, от 600-х Мерседесов, он высыпал из-под этого замечательного, ну, тогда это была другая семерка, шипы
а потом уже кнопочку нажимал. Так вот, этим колесам ничего не страшно. На них вы сможете доехать до ближайшего сервиса, где вам колеса снимут, перебортуют и восстановят. И под капотом этого монстра находится двигатель V8. 4,4 литра Twin Turbo. 407 лошадиных сил. Ну, то, как он выполнен, вы видите своими глазами. Теперь капот закрываем. Капот закрываем. И обратите внимание, фиксаторы аж две штуки. Теперь о том, о чем вы не увидите. И в завершении нашей презентации новой BMW 7 серии от фирмы «Автопункт». Здесь, в этой машине, установлена система проецирования на лобовое стекло. Ну, почти. Видите, как в истребителе 5-го или 4-го поколения. То есть скорость и необходимая информация. И, конечно же, если даже ваши биксеноновые фары не справляются, то монитор системы iDrive переключается в режим помощи водителю. Здесь стоит камера ночного вида. Куда за такими автомобилями приходить? Конечно же, это фирма «Автопункт», что на Моржане 9. Есть ли потребность в таких автомобилях? Конечно же, есть. Иначе бы покупатели просто не ходили бы и не облизывались бы. Что касается того, уместно ли сейчас приобретать такой автомобиль? Пожалуй, да. Если вы уже достигли того уровня своего развития, когда вам больше ничего не нужно, когда вам нужен только безупречный комфорт, ощущение скорости и безопасности. Ну и как путешествуется в автомобиле, который претендует на звание лучшего? Почему претендует? Это и есть лучший автомобиль в городе Магнитогорске. Потому что круче BMW 7 серии не существует автомобилей. И вряд ли они будут у нас продаваться. Можно, конечно, попробовать помечтать о Maybach'ах. Но тут не надо мечтать, тут надо выбирать. Машины не стоят на месте и в постоянном тест-драйве. Как себя чувствуешь за рулем BMW 7 серии? Ну, во-первых, не ехать хочется, летать охота. Потому как машина настолько цепко держит дорогу. Машина реально тяжелая и массивная. Именно такие автомобили я и люблю. Машина настолько энергетически заряженная, что я не чувствую, что кто-то может со мной поспорить. Пускай это даже будут визжалки японского производства. Все они ни по динамике, ни по скорости, ни по комфорту, но никогда не будут стоять рядом с BMW. Что мне еще охота? У меня ручка вот одна лежит на руле, другая хочет потыкать 6 ступенями автоматической коробки переключения передач. Но особо интересен BMW 7 серии в вариации LI, то есть удлиненная. Это вообще комфорт, шик и все что угодно. Кто может купить этот автомобиль? Но я уже говорил, стоит ли сейчас об этом мечтать? Почему нет? То, что творится и то, что пиарится, в общем, не является правдой. Потому что мы ездили и в Германию, ездили и в Турцию. Все нормально. Немножко потерпеть, немножко порядка будет наведено. И все. И вы спокойно, так как это делают металлурги, перейдете через все невзгоды и передряги и возьмете себе тот автомобиль. И вот, кстати, когда мы говорили во время тест-драйва про BMW 7 серии, я скажу, что BMW 7 серии, что другой автомобиль, вообще никогда не хочется продавать. Хочется купить себе еще новый и еще новый. И в конце, представляете, какая у вас будет коллекция? Все семерки. Просто потрясающая мечта, которая имеет место, кстати, быть. И мечта-то реализуется где? Разумеется, в автопункте, что на Моржане 9.